Я учащийся средней школы номер один. Хотела бы вам задать вопрос. Спасибо. В 16 лет у вас случился такой переломный момент, из-за снаряда оторвало руки и ноги. Что для вас стало в тот переломный момент мотивацией к жизни? Расскажите о том моменте. В первую очередь, Ангелина, это моя семья. Я ради них жил, ради них старался и, знаешь, как тогда думал, скрасить их жизнь горемычную. Хоть что-то, маленькую победу какую-то. Научился когда ходить, знаешь, когда, помню, ночью свалился чуть там не с этой коляски, не с коляски, с кровати, когда все уснули. Стеснялся себя даже перед родителями. Пару шашку взял, голова закружилась, вернулся, отперся на кровать. А как назад забраться? Не могу! Папа, папа, такой, да, горемычный. И он меня там подсаживает, помогает мне забраться обратно. Научился ходить. Счастье. Смотришь, мама улыбается. А ты на кухню сам пришел, да? А потом, когда чистить зубы научился, и так шаг за шагом, шаг за шагом. Они были моя самая главная мотивация. Любовь моя к ним и их любовь ко мне двигала меня по жизни и помогала преодолевать все трудности. Спасибо. Это, друзья, это не просто слова, это все вот дано, все от жизни. Все это правда, абсолютная правда. Я ни одного слова просто так не сказал. Ни одного. Я вас воспринимаю как своих родных людей. Мы одна семья на самом деле. Как батя говорит, нас не поле насеяно. Мы друг за друга должны держаться. Я вам все искренне выкладываю как на ладони. Особенно вот молодежи, чтобы они потом, воспользовавшись этим инструментарием, я уже говорил, стали крутиками счастья. Не надо этих траблов, да? Не надо этих лицо в кровь, да? Сейчас будете адекватными, будете ценить то, что имеете уже сейчас. Будете благодарными детьми, я к дедушке говорю, хочешь быть счастливым, будь благодарным девчонкам, Леша. Будь благодарным, девчонки. Будьте благодарными. Цените и приумножайте сами. Сами себе скажите, а что я могу сделать для своей семьи? Обои подклеить. Подклеил. Папа на стареньком Пассате ездит. Ладно, это наша исходная позиция. Ничего страшного. Я принимаю как есть. И в этом моя сила. Я не парюсь по мелочам.